началось расследование. Спросы, розыски, стали искать зачинщиков. Мы объявили, что это наше дело. Это наше дело. Что мы не виноваты? Мы виноваты. Постановление было следующим. 2 недели стоять на коленях во время вечерней и утренней молитвы. Смесить на нас на последние места за столом, где мы сидели по поведению. Занести фамилии наши с прописанием, которое должно иметь влияние при выпуске. Которое должно иметь влияние при выпуске? Ну я вам! А директор лицея господин Малиновский добился. Да знаю я! Кошмар!